Всем привет! Данное видео снято специально для канала «Все о стиральных машинах» и сайта mushmaster.ru. Сегодня я расскажу вам, как разместить объявление о продаже стиральной машинки на Авито. Для начала необходимо зарегистрироваться, если у вас нет личного кабинета. Вот, нажимаете «Вход и регистрация». Дальше пишите «Зарегистрироваться». Он предлагает вам ввести номер телефона. Нажимаете «Продолжить». Дальше на ваш номер телефона вам должен прийти код подтверждающий. Вы вводите. Нажимаете «Подтвердить». Далее создаете имя пользователя. Будет дорожка и придумываете пароль, используя всегда одну заглавную букву, символов должно 6 быть минимум, и используя еще пару цифр. Нажимаете «Зарегистрироваться». Все, теперь у вас есть свой личный кабинет на Авито, на котором уже можно размещать объявления. Итак, теперь надо подать объявление. Нажимаете вкладку «Подать». Выбираете категорию для дома и дачи, бытовая техника, для дома, стиральные машины. Значит, заполняйте поля. Продаю свое. Пишите, например. Например, стиральная машина LG. Итак, значит, пишем основные характеристики. Я пишу то, что это стиральная машина LG BU, то есть состояние не новый. Далее я пишу, что загрузка 7 кг, отжим у нее до 1200 оборотов, габариты, ширина, глубина, высота, да. Дальше, немаловажно, пишу, что техническое состояние отличное и что имеется сенсорный дисплей. Я думаю, что для описания это основные критерии. И еще, если вы хотите, например, чтобы у вас стиральную машинку вывезли, то пишите только «самовывоз», например, да? И, предположим, готовы торговаться, можете тогда указать торг. Вот. В принципе, дальше указываете цену на свою стиральную машину, предположим, 10 тысяч рублей, добавляете фотографии. Я сделала 3 основные фотографии своей стиральной машины. Сейчас я вам покажу покрупнее, чтобы было понимание. Значит, я сделала основную фотографию общий вид, да, стиральной машинки. Второе, это крупным планом сделала фотографию дисплея, да, для того, чтобы было видно возможные режимы. И третья фотография. Это основные характеристики, да, на которых можно увидеть дату производства, модель и так далее, да, все основные технические характеристики. Итак, значит, переходим к загрузке фотографий. Можно разместить больше фотографий, но для продажи стиральной машины, я думаю, что достаточно и 3. Ждем, пока фотографии прогрузятся. Далее вводите адрес, откуда вы хотите, чтобы у вас забрали вашу машинку.
пишите свою электронную почту. Указываете удобный для вас способ связи, да, по телефону, в сообщениях, по телефону или только в сообщениях, ну, например, по телефону. Вот. Дальше можно воспользоваться платным продвижением, да, чтобы ваше объявление было в первых рядах, либо можно без продвижения. Нажимается «Продолжить». Размещайте его на 30 дней, оно проходит проверку на соответствие Авито и, собственно, а дальше можете удалить сразу размещение платных услуг и сделать объявление полностью бесплатным. Все. Ваше объявление можно посмотреть в личном кабинете в разделе «Мои объявления», когда оно станет активным. Вот. На 30 дней оно у вас размещено. Все готово. На этом все. Объявление наше благополучно поступило в действие. Вот, так что, если данное видео было вам полезно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.